В Атырау участились вызовы скорой медицинской помощи. Медики отмечают рост заболеваемости среди детей. В основном поступают жалобы на повышенную температуру, диарею и рвоту. В среднем в сутки регистрируется почти 1200 обращений. Это в среднем на 100 случаев больше обычного. 26 бригад экстренной помощи, обслуживающих город, с трудом справляются с такой нагрузкой. Врачи предупреждают о возникновении нового вирусного заболевания. В основном пациенты страдают от повышенного артериального давления, заболеваний сердечно-сосудистой системы. Участились инсульты даже среди молодых. Скорее, это связано с сильной жарой и изменением климата.